Следующий проект «Калибри Угату». Эрнест расскажет нам об этом проекте. Если получит пульт. Эрнест, предшественник забыл передать вам пульт. Спасибо. Начинаем. Здравствуйте, меня зовут Зангиров Эрнест. Я ведущий специалист компании «Калибри Угату» и представляю проект «Вихревой регулятор давления». О проблеме, значит. При доставке газа конечному потребителю его давление существенно снижается. При снижении давления газа снижается и его температура. Это приводит к обмерзанию дросселирующей аппаратуры, что вы, собственно, можете видеть на фотографии. Вот. Для решения этой проблемы в настоящее время сжигают газ. На одной газораспределительной станции ежегодно сжигают газ на сумму 2 миллиона рублей. В масштабах страны эта цифра достигает 7 миллиардов. Мы, ну, то есть традиционно для решения этой проблемы используют целый комплекс устройств, такие как регулятор давления газа, подогреватель газа, блок осушки. Это оборудование очень дорогостоящее. Вот. Мы предлагаем устройство, которое способно заменить весь этот комплекс устройств. Оно при этом дешевле в 3 раза, позволяет снизить затраты на газораспределение в 7 раз, а также благодаря своей уникальной модульной конструкции оно отлично вписывается в концепцию безлюдных технологий, предлагаемой «Газпромом». В основе работы устройства лежит принцип перевода потенциальной энергии давления газа в его тепло. При этом мы не нарушаем закон сохранения энергии. Для решения проблем мы собрали лучшую команду, состоящую как из кандидатов технических наук, имеющих опыт по разработке нефтегазового оборудования, так и выпускников MBA, имеющих опыт по внедрению этого оборудования на международные рынки. На данный момент мы разработали и изготовили экспериментальные образцы устройства, мы провели успешные лабораторные испытания, затем мы договорились о проведении испытаний совместно с «Газпромом» на реальном объекте. Также мы ведем переговоры с небюджетными инвесторами, которые уже сейчас поставляют оборудование для «Газпрома». И помимо этого, уже сейчас мы привлекли финансирование из фонда Бортника по программам «Умник» и «Старт». Значит, нашими потенциальными клиентами являются организации, транспортирующие природный газ, дилерские центры, реализующие запорную арматуру, и организации, которые используют в своих производственных процессах газы высокого давления. Мы планируем зарабатывать как на продаже самих устройств, так и на оказании негарантийного обслуживания. Значит, сейчас нам нужен стратегический партнер с деньгами и опытом работы в нефтегазовой отрасли. Но при этом как бы немаловажным является сам опыт работы в этой области и возможность лоббирования нашего проекта там, в определенных частях «Газпрома». Ну, на этом все. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Наши аплодисменты.